Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в нашем пятом по счету сезоне второй серии, ребята. Добро пожаловать во вторую серию. Я надеюсь, вам нравится сезон, я надеюсь, то, что вы будете продолжать смотреть, и он вас не разочарует, и будет немного интереснее хотя бы чуть-чуть больше, чем четвертый сезон. Потому что в четвертом сезоне была немного тупая цель, которую я уже осознал свою ошибку, и сейчас, ребята, у нас будет другая цель. Но перед тем, как планировать что-то, ловить кого-то, кого-то прокачивать, нам, ребята, в первую очередь, нам нужно сделать хилку. В первую очередь. Чтобы сделать хилку, нам нужно сейчас переплавить, в принципе, все. Сделать себе еще молот плюс к тому. И сделать себе хилку, вылечить нашего маткипа. А для чего нам его вылечить нужно? Это что такое? Это... Я себе тут темно, не хочу туда идти, боюсь. Чтобы его вылечить. И зачем нам нужно его вылечить? Чтобы убить марипов. Если мы не убьем марипов, мы будем так же сейчас шастаться, и ночью мы не будем спать, что в принципе очень хреново. Потому что если ночью мы не будем спать, мы будем тупо шастать целую ночь. Что в принципе тоже не очень, согласитесь. Ночью шастаться неохота, потому что ночью темно, ничего не видно, и ночью как-то неохота вообще что-то делать. У нас уже практически, ребята, сломалась наша кирка. Сейчас мы как-то будем выбираться отсюда. Я не хочу использовать никакие телепорты. Может потом, но в данный момент нет. Я не хочу использовать. Я бы мог вот сейчас взять покехил, прописать, вылечить нашего маткипа и все. Или, например, что бы я мог? Сразу же пойти сделать магазин и закупить себе там за один алмаз, который у нас есть, там 5 мастерболов. И пойти еще что-то делать. Но, ребята, я этого делать не буду. Потому что в этом сезоне я хочу немного изменить систему. Как у нас было в предыдущем... Не в предыдущем даже сезоне, а как у нас было в первом, во втором сезоне. Что мы делали? У нас не было никаких магазинов. Нам нужно сделать ультрабол. Мы пошли, взяли априконы, сделали себе ультрабол и пошли ловить того покемона, кого нам нужно. Если, например... Давайте сначала побежим в сторону вот туда... В сторону деревни. У нас вообще включено, да, вроде включено. В сторону деревни, ребята, побежим, чтобы хотя бы там переплавить наши вещи. Чтобы, если мы заблудимся, то будем знать, что они там. Я не хочу использовать покехил. Убили наших покемонов, мы прибежали домой или сделали еще себе покехилку, поставили, вылечили наших покемонов. Нам нужно ультрабол, как у нас был в первых сезонах. Нужен ультрабол, нужен даскбол, нужен левелбол. Мы выращивали априконы, собирали, долбали части и, в принципе, делали себе покеболы. Нужна нам была, например, мастербол. Мы ходили и просто убивали кучу боссов для того, чтобы выбить себе мастербол. Был у нас мастербол, я помню, когда мне выпал первый мастербол с босса, я нереально радовался. А сейчас, в предыдущих сезонах, что? Нам нужен мастербол, мы пошли за... Пошли, продали две шапки с покемонов, купили себе пару мастерболов и уже знаем, что если заспавнится шайни или если заспавнится легендарный, то мы уже спокойно сможем его стоить. А если, например, сейчас кто-то тут шайни или кит заспавнится, или там, не знаю, еще кто-то тут заспавнится, не знаю, допустим, допустим, заспавнится легендарный, то мы его уже не сможем словить. А так бы мы себе купили что-то, словили, да и все. Первым делом, ребята, мы жарим вот это. Не нападай на нас. А, он и не может на нас напасть. Я отключил. И, в принципе, маткип у нас мертв, поэтому как он нападет. Ребят, сейчас нам нужно ждать. Давайте, знаете что? Давайте поскладываем тут наши ресурсы. Это, в принципе, легко запомнить, где наши ресурсы, возле домика, где сундук находится. Потому что я еще пока что дом не хочу делать. У нас... Просто на него нету ресурсов. Я хочу делать дом из дерева, из камня, точнее из булыжника, и из шерсти. А шерсти у нас даже сейчас, ребята, на шерсть нету, поэтому вообще никак. Так, во-вторых, верстак у нас еще один есть. Сюда. Это в-третьих и в-четвертых. В-четвертых, да харе, ребята, вы меня парите. Опа. Опа. Опа, это добавляет вот этот текстур пак такой, офигеть. Тут офигенно сейчас, ребята, в первое время находиться, потому что есть еда. Если у нас кончится еда, мы сможем себе взять.
Во-вторых, тут можно сложить вещи и знаем, что если заблудимся, то то они находятся в деревне. И сейчас нам, ребята, нужно еще сделать. Если бы я помнил, как делается пиксельмоновская наковальня. Вот она. Ага, ну в принципе я правильно делал, только там нужно 8 железа, а не 6. Но все же. Да, в принципе, пускай это все переделывается, пускай это будет. Давайте, давайте. Что с этой пчелой делать? Может ее добавлять в улей? Это нужно все ребе. Я не догоняю, потому что это новые вот эти все моды. Это мы потом будем разбираться. Нам еще мелтанков нужно будет убивать. Это уже потом. Так, пока ночь, пока мы даже спать, ребята, не можем. Мы хотя бы сделаем себе хилку, чтобы вылечить мотки. Как раз мы пока все это сделаем, то уже и утро наступит. Еду в данный момент давайте все выложим сюда. Так же, как и еду, так же, как и априкон, и вот это все. Ого, нифига себе. А как делать... Ух ты, я хочу это сделать. Давайте, пускай будет. Давайте... Но это нужно потом, это скапывать еще нужно, поэтому потом с этим разберемся. Это тоже сюда, это тоже. Так, сразу же ставим это сюда, а вот что я еще забыл. Тут уже все, еще вот это тут, отлично. Это у нас есть, нам нужно 4 штучки. Поехали, ребята. Ребята, может мне... Да ну нафиг, видеть, как это просто долго это все делается. Может мне проще сразу сделать себе железную? Да ну, ребята, мы это сутки делать будем. Давайте уже себе проще сделаем вот так, чтобы было на какое-то время. Тут еще у нас есть немного, 4... Ух ты, чуть я херню не сделал, потому что нам нужно 4 золота. Не золото, а железо. Если бы я не рассчитал и сейчас бы сделал себе молот, то это было бы хреново. Нам бы опять в шахту нужно было бы идти. Ну, намного быстрее, не скажу, что за секунду, как алмазный, но все же не 30 секунд, как каменный. А железный уже куда более лучше. Так. Ну что, еще одну штучку и все. И мы, ребята, делаем себе хилку. Но вот знаете, в чем хрень, ребята? В чем хрень? И прям очень большая хрень. То, что если мы себе хилку тут поставим, мы не сможем ее потом забрать. И это реально хреново. Потому что если мы ее не сможем забрать, нам потом в наш дом нужно будет еще одну хилку сделать. Поэтому, ребята, потом мы посмотрим, что и как. Ну, и так, ребята, поймите, тоже нужно это сделать. Я надеюсь, вы это, в принципе, прекрасно понимаете. Потому что нам нужно и кожа, и убить марипов на кровать. Потому что вот так каждую ночь не хочется на эту темноту смотреть и ни хрена не делать. Ну что, ребята, приступим. Первая наша хилочка. Только это вроде не так делается. А вроде вот так, как я знаю. Да! Опа! Ребята, первая наша хилочка. Давайте же ее сразу, ну, сюда поставим, да и все. Потом сделаем себе новую, но только нам нужно будет еще алмазы найти. Хренакс, ребята, наш Марип вылечен! Отлично. Ну, мяуты, эконцы, ратикейты, дрифлны, голбаты... Сикин... Мэджикарпы. Точно, Мэджикарп. Пока у нас ночь, давайте, знаете что... Ну, в принципе, я и так это запомню, где это находится, поэтому давайте быстренько сбегаем. Точка сбора у нас уже есть, это находится возле самого главного дома в деревне, то есть, понятно какой, там, где есть сундук. Поэтому там я уже знаю. Мэджикарпушка. Какой-то там уровень. Опа, это что за хрень? Карп. Шестой. Смотри, как он охрененно тупо выглядит. С этими шейдерами он... У них просто, знаете, ребят, так офигенно ложится. Как там не ложится, а как-то обтягивает их, округляет их тень, что они просто так еще более четко выглядят, еще более красиво. Ребята, поздравляю, наш маткип стал 6-м уровнем. Что уже классно. Я надеюсь, у тебя еще нету атаки. Ты не сможешь нас убить?
если сможешь, хреново. Но нет, у тебя вроде она после 15-го появляется, поэтому мы тебя еще сможем. А текл у нас 30 ударов, 35 даже, поэтому нам еще хватит на несколько мэджикарпов. Маткиб 8, ребята, уровень. Вот тебя мы уже бить, наверное, не будем. А вот тебя еще можно. Сейчас, ребята, мы прокачаем хотя бы тут нашему маткипу 12-13 уровень. И уже нормально. И уже нормально. И плюс к тому мы набьем себе еду. Я боюсь, давайте пока что нет. Не будем рисковать в этом сезоне мы, ну хотя в данный момент мы не можем использовать покехил, потому что я не хочу. И в принципе, можно какое-то другое разнообразие сделать, что-то по-другому. Поэтому пока что я не буду это использовать. Мы не можем телепортироваться, нам нужно будет это все бежать. И в принципе это будет лучше. Но когда у нас будет... Опа, этот уже бьется. И, ну, в принципе, когда у нас будут крылья, ребят, это будет все намного быстрее. Это будет все намного быстрее. Мы будем намного быстрее перебираться и все делать. Так, ну, что, ребята. Мы прокачали уже маткипа к 10 уровню. До того, как наступит утро... До того, как наступит утро... Хотя нет, не будем мы туда бежать, давайте уже возвращаться. То есть... Там еще вижу один Magikarp, но ну он пропал. О, нет, ну еще один появился. Или это он просто уплыл, и, ну фиг его знает, ладно. Сейчас, как раз уже сейчас будет утро, ребята, мы идем домой, вылечимся и будем тупо ожидать. Будем тупо ожидать. Баттерган. Ну, будем тупо ожидать, ребята, марипов и милтанков. Зачем вы меня спросите, милтанки? Милтанки нам нужны для крыльев, чтобы мы уже 300 раз быстрее смогли передвигаться. Ну не, ну не в 300 раз, то есть они не читерные, как я уже объяснял. Но все же. Так, Magikarp. Давайте уже не Magikarp, а Marip. И вроде вот через это можно еще Милтанк. А Милтанки вот нет, ночью у них вроде нету. Парас. Ты, грибочки, пожалуйста, не убивайте нас. Но грибочки нас убьют, к сожалению. Да. Ну ладно, бывает. То есть 11 уровень маткип еще, конечно, не тащит. И также мы, ребята, не сможем пока что покупать те же ТМ-ки. Нам нужно будет их добывать, точнее убивать с боссов. Боссов я уже видел пару штучек, но мы бы их вообще никак не убили, потому что у маткипа даже еще атак нету. Так, это нужно или дорогу тут сделать, или еще что-то, потому что вот если вот так добираться каждый раз, это охренеть можно. Давай, маткипушка. Отлично. Фу. Так. Ну, нам сейчас, ребята, нужно утро дожидать. Выжидать, точнее. Тут уже еще один вроде прикон. Да. Нам нужно утро ждать, чтобы найти марипов. И мы уже себе, ребята, наконец-то сделаем... Опа. Мы уже себе, ребята, наконец-то сделаем... кровать. О, там... Опа, ладно. Там уже кто-то есть, кто это? Марип, ну, уже появился, ну фиг его знает. Итак, мы сейчас отбежим. И вылечим. Так. Фу, ну что, давайте на марипов. Хотя это еще даже не скоро будет. Ну, давайте пробежимся тут, что у нас... Хотя нет, знаете что? Знаете что, ребята? Нам нужно хотя бы топорик какой-то сделать, чтобы он у нас, в принципе, хотя бы был. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Отлично. На бэкпаке у меня тоже есть мод. Можно потом себе будет сделать. Но сейчас, ребята, я даже... И знаете, что я даже не хочу далеко отбегать от этого дома, потому что это будет хреново, если мы отбежим, а попадется какой-то ультра-марип, который убьет нас с одного удара. И нам нужно будет потом возвращаться. Ну, знаете что, ребята, наверное, следующий покемон, которого мы словим, у нас будет Марип. Это у нас, он у нас был и в предыдущем сезоне вроде вторым покемоном, потому что мне нравится Марип, в принципе, нравится его эволюция Ампфарос, и он, в принципе, очень сильный. Поэтому, наверное, ну как сильный? Вот тут он сильный, на серверах, ребята, я не знаю, я еще раз говорю, у нас не сервер, поэтому... Корн... Барлей... Это что такое? Барлей Сид. Это можно хавать? Или это, с этого можно что-то сделать? Да, с этого можно супчик сделать. Суп.
вегги-суп, походу вегетарианский суп или еще что-то. Ну вот, ребята, уже начинается спам дневных покемонов. Уже, я так надеюсь, сейчас будет и Марип, и Милтанг. И мы этого подождем, ребята. Давайте, давайте, еще чуть-чуть осталось. А пока они там что-то сделают. Пшеницу. Это уже, да, это уже пшеница. Ну давайте соберем. Тут есть немного. И также, наверное, сразу и посадим, пускай она растет. Пока мы тут обживаемся, ребята, пока мы еще не начали, в принципе, строить свой дом, да, то, наверное, пока что будем собирать тут еду и сразу же сажать. Так, вот. То есть, смотрите, смотрите, ребята, у нас уже хлебушек получится. То есть, у нас уже три хлебушка может быть. Отлично. Еще давайте вот тут соберем и сразу же посадим. Не будем сейчас воровать в этом сезоне, да? Ну что, давайте потопаем. Дневные покемоны. Ух, как это красиво смотрится, только мне что-то глаза режет. Может, потому что у меня сейчас ночь и спать охота. Но ладно, все же. Марипы, вы где? Вы мне нужны. Очень нужны. Марип. Покеспаун. Мари. А почему ты на меня напал, если я выключил? То есть... Может, я что-то не выключу. Но вот видите, ребята, почему я пытался выключить. Потому что в этой версии, вот смотрите, как они хреново сделали. Ты не можешь убежать, ты не можешь ни хрена сделать. Если он, конечно, не отлетит, но все же. Покеспаун. Марип. Марип. Ну, в принципе, я правильно написал. И давайте же сразу Милтанг. Я не знаю, они, в принципе, должны спавниться вот тут. Они должны спавниться вот, вот, за секунду. То есть это, получается, было утро, потому что они не спавнились. А вот сейчас, когда уже прям день настал, они уже начали спавниться. Я надеюсь, они нас не убьют, потому что если убьют, нам опять вот это все нужно будет перебираться обратно, что, в принципе, хреново, потому что лечиться мы не можем. А вот, пятый уровень Милтанг как раз нам подойдет. Ну, иди-ка ты. Да ты что, издевайся? Да ты что, издевайся? Да ты что, издевайся, твою мать? Такая толстенькая. А попасть не могу. Вот, отлично. Отлично. Она нас тоже немного ударит, но все же. Милтанг. Там и Флаффи. Опа, это что такое? Ух. Надеюсь, ты нас не убьешь, Милтан? Пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу домой возвращаться лечиться. В принципе, мы ее убили, но... Но... Ну, нам один удар остался, чтобы нас убили. Опа, это еще новая фишечка какая-то, да? Ладно, давайте вылечим нашего покемона. Если он не появится, то тогда я, ребята, перезайду. Я не знаю, багается ли команда в этом сезоне, в том смысле, в этой версии, потому что в предыдущих версиях были всякие там разные баги, и поэтому нужно было смотреть каждый раз, когда ты перезаходишь, не забагался ли у тебя покемон. То есть, если он забагался, то это хреново, потому что... Уровень ему не будет прокачиваться. Даже если будет, то после перезахода оно все обнулится. Вот этот уровень. Поэтому нужно следить. Вот, сейчас уже можно. Я не знаю, почему нельзя было. Нам нужны Марипы. Вашу ж мать. Я понимаю, что Милтанги тоже нормальные, но... Давайте сначала... Нет. Флай, вот. Как это делается? Лезер Винкс, Лезер Глайдер. Это парирование, например, спрыгивание вроде с больших высот. Даже джетпак есть. Макс Флэпс 20 тысяч. А вот это Лезер Винкс. Офигеть, нам нужно 1, 2, 3, 4. Потом 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нам нужно 12 кожи. Охренеть, ребята. 12 кожи. Ну, давайте попробуем. Опа, ну, если нам попадается еще хилящиеся Милтанги, это вообще охрененно. Милтанг, давай-ка без этого. Я понимаю, что ты жесткая на начальных уровнях, но плюс к тому ты еще хилишься, ты еще нам такой урон наносишь.
Убей, пожалуйста. Милтанг, ну не будь ты же скотиной, но я тебя прошу. Еще, если еще раз она вылечится, я просто убегаю с боя. Все, иди нафиг. Иди нафиг, пожалуйста. Или убей, твою мать. Вот конченые матки... Милтанки попадаются, а? Ух, может все-таки разрешить покехил. Потому что бегать-то каждый раз не очень большая охота. Не, ну в том смысле, что я бегать-то могу, но я не хочу, чтобы вам было скучно, чтобы задержка была то, что мы очень долго бегаем. О, как раз Мариб. Мариб, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Убей его. Ты сможешь, Маткип. Охренеть, у вас урон такой, ни хрена себе на начальных уровнях. Три выпало, ребята. То есть все, мы уже себе можем сделать кровать. Офигеть. Но сейчас он нас убьет, наверное, мне так кажется. Хотя есть, ну если сейчас попадет, то убьет. Замечательно. Так, отлично, ребята. Мы уже себе кровать можем сделать. То есть все, что нам сейчас остается. Я еще как-то попытаюсь выключить это, потому что это с ума сойти. Если они вот так на нас нападать будут, там еще босс, но... Босса мы, наверное, вообще вряд ли убьем, если честно. Тем более электробаза. Не, ребята, давайте это еще оставим хотя бы до марштомпа, а потом уже попробуем. Мы уже можем себе сделать кровать. Это уже цель, какая-то цель уже выполнена. Но хреново то, что нам нужно... Да прекращайте вы хилиться. Вот тут только хилящиеся милтанки, заразы, попадаются. Ну смотрите на эту паскуду, можно и так прямо сказать. Или после 10 уровня они уже просто такие жесткие стоят, что даже нам шансы не дают их убить. Вот смотрите, только убил, она вылечилась. Ну, в смысле, не убил, а практически добил. Все, смотрите, ща. Убей. Замечательно. Опа! Вторая серия у нас уже эволюция Маткипа. Ну, в принципе, большого там такого ничего нету. Маткип на 16 уровне эволюционирует в марштомпа. Но это уже нормально. Он уже немного будет пожестче. И мы уже хотя бы сможем убивать тех же милтанков. Замечательно, ребята. Нам нужно 12 вроде кожи, если я правильно посчитал. И он уже даже не 16 уровень, а уже 17 даже. Так, ребята, ну что, вылечимся. Ух. Капут, ну вот, Чикарита! Был бы у меня покебол, я бы тебя сразу словил. Сейчас уже, походу, закат будет, то есть вечер. Конечно, вряд ли мы успеем еще себе нахреначить 8 кожи. Как видите, милтанки уже начинают пропадать, или просто такой маленький спаун. Ну, или они уже просто начинают пропадать. Как видите, это уже даже не милтанк, а это уже Мариб. Фух. Ну фиг его знает, Эконс. Ух, 17 уровень на 17 уровень. Если бы еще вот эта трава не мешала, было бы вообще охрененно. Не, ну кого-кого, его мы убьем, да. Его мы убьем. Замечательно. Милтанков нету? Это хреново. А кто это там, милтанки или марипы? В принципе, Марипы и нам и так нужны, потому что я хочу, как я уже говорил в прошлой серии вроде, я хочу себе... Да иди ты нахрен, на 140 уровень. Я себе хочу построить дом с шерсти, поэтому шерсти нам нужно охренеть сколько. Около пару стаков, это прям 100%. Около 5 стаков даже нам, наверное, нужно будет. Так, вот еще один. Какие 5 стаков? Наверное, еще и больше. Конечно, сразу же мы не построим дом. Будем смотреть по ходу дела. Это у нас кто? Это Мариб, Мариб, Милтанк. Вот Милтанк, это он. Ребята, нифига себе, сколько боссов спавнится. Но я их убить, в принципе, не смогу. Они больше, чем... Больше уровней, чем я. Поэтому фиг, мы их даже сможем убить. Наверное, еще прокачаемся. Ну, как минимум... 27-му где-то уровню. Не хилься, милтанк, будь нормальным милтанком, не будь паскудой. Я же знаю, ты не захилишься. Замечательно. Это кто? Шакл.
Я еще тебе. Я, если честно, даже вообще вот этих покемонов еще не знаю, потому что я их еще не видел, это новые. Они, походу, в земле, да? То есть это какой-то новый покемон в земле. Я не знаю, ребят, это же новая версия, то есть я на новой версии еще не играл. Корн, это что? Мы корень схавали, походу. Ладно. Ребята, Марип. О, какой Марип? Марштом. Марштом 19 уровень, что уже охрененно. Ну давайте еще убьем вот этих двух-трех марипов, которые вот тут ходят, бродят, колободят. Вот так, замечательно. И тем самым мы, как-никак, но хотя бы чуть-чуть прокачаем уровень. Вот марипов до хрена. То есть как я... Марипы после второй, короче, на второй середине дня спамятся, а мелтанки утром, потому что, как я вижу, сейчас мелтанков вообще нету. А почему нету, я не догоняю, если честно. Ну, фиг его знает. Давайте вылечимся быстренько. Нам нужно, если честно... Опа, вот мелтанки, вот они. Вот как раз мелтанки нам сейчас нужны. Нам еще нужно 7 кожи. Давайте еще убьем тут парочку мелтанков. И на этом закончим. Нам нужно... Сколько кожи? 8. Да, нам нужно ровно 12 кожи. Ровно 12. Ровно. Ну прекращай ты хилиться. Ровно 12, чтобы сделать себе первые какие-никакие, ну хотя бы кожаные крылья. Замечательно. Дальше. Замечательно. А вот эти чукчи в бой вступили. Ну, добей. Ну кто-то кого-то уже добейте. Дайте мне хотя бы еще попытаться убить последнего мелтанка в этой серии. Потому что сейчас опять серия на полчаса получилась. Я сказал, что серия не будет по полчаса. Но, ребята, потом, ну я потом объясню. Сейчас уже давайте быстренько закончим. Потому что серия по полчаса долго грузится. Я хочу постараться как можно быстрее, чтобы серии грузились. Ну, для вас, чтобы вы быстрее смогли посмотреть. Кто это там? Марипы. Ребята, давайте на этом быстренько заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ребята, следующая серия выйдет тогда, когда это видео наберет 400 лайков, там, за день или, может, за два, но все же. Чтобы я видел, когда вы хотите видеть новую серию. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. Да ты зараза, а. И всем пока. Он не отстанет, поэтому, ребята, всем пока.